Друзья, привет всем! С вами я, Михаил Шилов, автор проекта www.dushin.ru, www.blog.ru и www.makivar.ru, а также www.drshilov.com. Сейчас иду на очередную утреннюю тренировку. Рассказать хочу вот о чем. Все отметили, что у меня какие-то наушники есть. В общем, я рад, что вы за мной следите и задаете вопросы про разные мелочи. Это будет интересно. Вот. Это Bluetooth наушники. Да, я постоянно слушаю что-то. И что именно? Я вам поясню, что все зависит от того, какая тренировка. Если, например, я бегаю интервалы, а у меня стоит программа Runtastic, там голосовой сам тренер, и он мне дает отчеты по поводу того, сколько я калорий потратил, за сколько что пробежал, сколько времени чего на что было вот затрачено, сколько еще нужно. Поэтому там постоянно идут всякие сообщения. И что толкового послушать-то нельзя, поэтому слушаю музыку, ставлю интенсивную, забойную, типа Скриликса, Рамштайна, там, может, Металлику, но такую Металлику не балладную, а чуть позабойней. Вот, тяжелый рок, всякую разную музыку такую, там Продиджи, Нирвану могу поставить даже, рок-н-роллы какие-нибудь. Вот, но когда у меня такие тренировки текучие, длинные, типа бег там на 10 тысяч метров, или, например, часовой бег, тогда я ставлю музыку. А вот музыку, тогда я ставлю на аудиокниги. Аудиокниги хорошего содержания. Я очень много слушаю аудиокниг. Наверное, больше, чем читаю. Гораздо. Потому что всегда, когда у меня возможность есть, ем ли я, иду ли куда-нибудь, и чем-нибудь таким сам занят, руками делаю, по дому дела, все время слушаю аудиокниги. И вам рекомендую то же самое. Это очень хорошо. Поэтому нужно иметь хорошие наушники, чтобы они не мешали вам. Поэтому беспроводные чаще лучше, если возможность есть. Вот. И пользуйтесь. А сейчас из интернета любые можно скачать аудиокниги. На коммуникатор запросто. Или слушать прямо с интернета. Что я в основном и делаю. Ну вот так. А я на тренировке уже. Удачи. Салют.